что мы, какие результаты мы ожидаем. Все 31 поликлиника будет дооснащена медицинским оборудованием и будут внедрены системы бережливого производства. 80% до 80% увеличен охват профосмотрами детей в возрасте 15-17 лет, соответственно, урологов, андрологов мальчиками и гинекологов девочек. Детские поликлиники начинаются в этом году в Усмане у нас строительство межрайонной больницы, и в Чаплыгин запланировано на 2021 год. Соответственно, профосмотр детей всех возрастов начнется в этом году. Повышение квалификации врачей запланировано тоже начиная с этого года. И в 2022-2023 годы будет построен хирургический корпус областной детской больницы.